С вами Мегаобзор.ком. В центре внимания сегодня у нас будет модульный блок питания Formula VL1000G5 Mod с сертификатом 80+ золота, а также поддержкой актуальных интерфейсов и спецификаций. Комплект его включает набор интерфейсных кабелей, силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и руководство пользователя. Выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. У него интересное исполнение верхней крышки с расположенными по диагонали пластинами с металлическим блеском. При этом эту панель можно снять, открутив 4 винта по периметру. Проводится операция без нарушения гарантийных пломб, и необходимо это может быть для удаления пыли с лопастей вентилятора. На обратной стороне вентиляционная решетка в виде сетки с квадратными ячейками, гнездо питания и тумблер. С одной стороны наклейка с логотипом бренда и названием модели. На противоположной стороне таблица с данными. На линию 12 выделен 1000 Вт, с 84 ампера, 3,3,5, 140 Вт, 20 и 22 ампера соответственно. Формула VL1000G5 Mod полностью модульный источник питания. Разъемы на панели сгруппированы и подписаны. Тут 4 под SATA MOLEX, 2 кабеля питания материнской платы, 5 PCI и CPU, они совместно идут, и отдельный 12 VH Power. Кабели с плоской оплеткой не проблемные при организации скрытого монтажа. Сечение у них 18 AVG, а у 12 VH Power сечение 24. Набор включает 1 ATX, 2 EPS 4+4, 6 PCI 6+2, двухсторонний 12 VH Power, длина 60 см, он идет отдельным кабелем. 9 SATA, 3 MOLEX. Набор вполне с запасом решает задачи при сборке системы. Используется схема с DC-DC преобразователем и резонансным LLC. На входе группа фильтров, конденсаторов, предохранитель с групповой защитой. Несколько радиаторов с серебрением. Высоковольтный конденсатор нищен, 470 микрофарад, 400 вольт. Ключи синхронного выпрямителя на радиаторе. Шим-контроллер, пайка аккуратная. За отвод тепла отвечает 140 мм вентилятор. Его спецификации тут нет, наклеена просто наклейка с логотипом бренда. Сейчас видите данные по КПД, по вольтажу на линиях и по уровню шума. В итоге получаем блок питания для сборки топовых систем с высокой энергоэффективностью, стабильностью по линиям и надежностью. Низкий уровень шума во время нагрузки, поддержка PCI 5.0, ATX 3.1, полностью модульный кабель менеджмент, привлекательное внешнее исполнение. С удовольствием обсудим с вами формулу VL1000G5 Mod. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.